Ребята, привет! Добро пожаловать в хижину музыканта. Сейчас будет, наверное, самая мощная чат-рулетка за всю историю моих съемок. Досмотрите видео до конца, ведь в конце разыграет 3 видеокурса в мою школу гитары и вокала. Привет. Привет. Такой большой экран у вас сзади. Ну да, кинотеатр. А сейчас через телефон, что ли? Сидите? Да. Гамма мани. Да. Как же я вам спою, если у вас музыка играет? Давай я выключу. Ты петь умеешь? Я? Не! Да! Не! Ну давай. Давай. А у меня в дворе ходит девочка с каре. Она любит мефедрон, она любит мефедрон. А у меня в дворе ходит девочка с каре. И я так не влюблен, и я так не влюблен. Я глаза уберу с потолка в голове. Я касаюсь твоих губ языка никогда. Меня мама убедит, ты того. Но я знаю, она врет, она врет, она врет все равно. Почему ты не хочешь с нами в движ? Просто ходишь и молчишь, просто ходишь и молчишь, не тупишь. Почему ты не хочешь с нами в движ? Просто ходишь и молчишь, просто ходишь и молчишь, не тупишь. А у меня в дворе ходит девочка с каре. Она любит мефедрон, она любит мефедрон. А у меня в дворе ходит девочка с каре. И я так в нее влюблен, и я так в нее влюблен. Че? Офигенно, вообще. Спасибо, блин. Такая приятная реакция. Вообще уматно. Я не ожидала. Как красиво. Ожидала что-то там. Эй! Не знаю даже что. Ну, да. Да и вообще, ну, типа, песня просто раньше была моя любимая. Ну, это очень давно. Ну, назовите, что сейчас любимый, может. Я не знаю. Но мы любим Джонни. Понятно с вами все. Вот такая вот песня. Какая? Мари. Только ты пари, ты пари. Облаками ты взлетай. Там вдали фонари горят и ты сияй. Говори до зари, слухни о любви, читай. И пари, ты мой счастливый рай. Только ты пари, облаками ты взлетай. Там вдали фонари горят и ты сияй. Записывайся на мои уроки в школу гитары и вокала. Да? Ты преподаватель? Да. Да? Ой, ты откуда? Из Казани. Ну, из Хабаровска. Блин, мы с Хабаровска. Из Хабаровска. Если бы. Ну да, я выезжаю домой к красивым девчонкам, учу их петь, играть на гитаре. Если бы я был выездной, не был бы против приехать к вам, конечно. Будь вы ближе. Что-то мне попадается Хабаровск постоянно. Видимо, это знак. Нам вообще не попадаются Хабаровск. А мне Казань попадается. Но зато, типа, Восток часто попадается. Восток. Это знак. Типа, у чат-рулетки есть свой этот разум какой-то, и он сталкивает людей определенным образом, типа, устраивая ты судьбу. Ты рассуждаешь. Но нефиг столько раз Хабаровском меня сталкивать. Ну, это судьба приезжать сюда, к нам. По-любому. Адрес пишите. Ну что, девчонки хотят научиться играть на гитаре. Это шикарно. И самый простой способ — это скачать
приложение Тимбро к себе на телефон. Им я уже пользуюсь несколько месяцев, а то и больше полугода. Здесь найдутся упражнения как для начинающих, так и для любителей. Вот сегодня я хотел бы разучить мажорно-минорную пентатонику, чтобы потом это все использовать в импровизациях. Ссылочку на приложение оставлю в описании под видео. Смотрите, изучайте. Привет! 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 Чего у тебя там в ушах? Что у меня в ушах? У меня ничего в ушах нет. А, прикид такой прикольный. Угу, да, спасибо. Ой, блин, только я уже как бомж, потому что у меня ночь. Сколько часов сейчас? А часов сколько? Почти 12 ночи. Где живешь? В Хабаровске, а ты? В Казани. В Казани. Что у тебя с голосом? Сорвал на днях. Серьезно? Ага. Я... Нет, ты роплешь. Пел раньше. Нажми на плей, и я сохранил ту ночь, чтобы ты не забывала, какой день провела со мной. Так хотел здесь оставить, и каждый день я думал о тебе. Мысли мои заставляют раздеть. Давай, давай. Голливуд, я Голливуд. Наши души болят, послушай, как они поют. А я Голливуд, я Голливуд. И все мы тут свои, пока от нас чего-то ждут. Я бум, шакала-кала-кабум. Тёлкам чувства не в кассу, если о них не поют. Транзакции на любовь, тут совесть идет ко дну. Пацаны ради кайфа наступают на табу. Рули мимо аллей, рули мимо аллей. Наши рули на время, не болей, не болей. Танцы будто карте светят там, где нас нет. Но в наших планах титры под малиновый рассвет. А я Голливуд, я Голливуд. Наши души болят, послушай, как они поют. А я Голливуд, я Голливуд. И все мы тут свои, пока от нас чего-то ждут. Блин, охрененно, серьезно, охрененно. Не. Надо было не ту спеть. Нажми на плей, я сохраню ту ночь, чтобы ты не забывал, какой день провела со мной. Не хотел здесь оставить тебя одну. Думал о тебе, мысли мои заставляют прозреть. Вернее, в темноте все в твоих руках. Я так и знала, что у тебя охрененный голос, и что ты ни хрена не сорвал. Почему? Ну, потому что ты сидишь с гитарой, и по тебе видно то, что, блин, сейчас что-то будет годное. И реально ты офигенно поешь. Надо одеться как бомж, тогда поверят. Ну, если ты будешь сидеть как бомж, то, скорее всего, будут переключать. Вот видишь, здесь нужна какая-то золотая середина. Угу. Как же ее найти? Пой еще что-нибудь. Что хочешь, назови сама. Давай «Шантаж» Макс Корж. Давай. Костюм на стиль, обнимай животный мир. Деньги валятся из карт, надо душу отвести. Хочется и отдохнуть в красоте элитных штук. Только что без лишних глаз, не переживай, лови. Дымится на столе шантаж, тлеет на столе шантаж. Селяви, все, что захотим, отдашь. Все, что захотим, отдашь. По любви, но тлеет на столе шантаж. Тлеет на столе шантаж. Селяви, все, что захотим, отдашь. Все, что захотим, отдашь. Блин, это реально классно, реально классно. Ты откуда? Из Казани. Из Казани, а я из Дальнего. Из Хабаровска. Да, я говорила уже, у меня голова не работает. А почему? А, ночь, потому что у вас. Да, я устала ужасно на работе. Ну, ты вот тоже, кстати, поешь хорошо. Спасибо. Ты где-то давай выступаешь? Давай свою инсту, блин. Нет, я не выступаю, я никогда не занималась пением, просто, типа, я пою, сколько себе помню. А, здорово. Ну, девушки должны петь, это им идет. Давай свою... Так, вот, мы сейчас это скриню.
Да, хотя я летом еще такая говорила, все, я, короче, буду снимать ТикТок. В прошлом году я это говорила, буду петь. Ничего не делала. И этим летом я вообще ничего не снимала, потому что, ну, экзамены плюс переезд, все такое. Угу. Вот. И осенью уже скачиваю ТикТок, и такая охреневаю, как здесь все продвинулось, точнее, там все продвинулось. Угу. Вот. И, блин, думаю, ну вот, я полтора месяца снимаю, может, второй месяц уже. Ну да, второй месяц снимаю. У меня сейчас 25. Ну, нормально. За два месяца это же очень хорошо. Ну да. Короче, я погнала мыть посуду и спать. Иначе да, я надо. Не вылезу отсюда. Блин, ты напиши мне, такой... ладно? Окей. Ты тоже крутая. Давай. Просто не теряйся, а то как-то хорошие окей. люди должны окей. быть на связи. Можно, знаешь, можно даже мутить как-нибудь эфиры в инсте. Петь, да, я не знаю, что-то. Да, давай. Я иногда всё, делаю давай. Это. Хорошо. Пока, спасибо. Давай. О, здравствуй. Да, привет. Здравствуй. Круто. Ну, давай. Пацаны мечтают раскидать долги, улететь загадно. Новый Панамери, найди то, что будет с тобой рядом. И без денег оставить маме дома, но умерен. Дома, но умерен, да, я знаю, что ты в теме. Знаю, чем горел, во что верил. Знаю, почему ты был в отделе. Знаешь, я не меньше твоего хотел бы видеть, как, эй, видеть, как дорогу светит фары с класса 6-3. Летим по трассе наш зеленый, общий красный левый номер. Новый паспорт дальним светит фары с класса 6-3. Летим по трассе наш зеленый, общий красный левый номер. Но это не мое, не мое. Спасибо. Конечно, а где? Не знаю, не знаю. Может быть, в Инстаграме или в ТикТоке. Итак, друзья мои, настало время раздать 3 видеокурса в мою школу гитары и вокала. Копируем ссылочку последнего видео, переходим на сайт Uncle Group и определяем 3 победителей. У нас здесь 2252 комментария, и среди них первый победитель Биф. Все песни Пушка, не могу даже выбрать, какая лучше. Спасибо большое. Я там спрашивал, какая из моих песен лучше. Я же в чат рулетки пел свои песни в этот раз. Вторым победителем становится Рахат Апширов. Апышев, точнее, сорян. Так, хотел выиграть и выиграл. Поздравляю. И третий победитель Дмитрий Димов. Да, я побежду сегодня. Красавчик, победил. Все, кто победил, напишите мне ВКонтакте свои e-mail, я вам вышлю курс. Если и вы хотите на халяву получить курсы, просто поставьте лайк, подпишитесь на канал и оставьте комментарий.